И еще о встречах в Аккорде. Конкурентный климат и признание конкуренции в качестве национальной идеи. О будущей работе вновь созданного агентства рассказал его председатель Серик Жумангарин. В стране будет разработан национальный проект по развитию конкуренции, главной задачей которого станет повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, а также защиты интересов потребителей. Напомню, агентство по защите и развитию конкуренции было создано 9 сентября. Одновременно с ним в стране появился и другой новый орган – агентство по стратегическому планированию и реформам. Его возглавил Кайрат Келимбетов. С ним также сегодня встретился Касым-Жомарт Токаев. Президент поручил Келимбетову проработать вопросы и предложения, волнующие общество, а также ход исполнения поручений, озвученных в послании.